Съездил в Владивосток, сделал коррекцию зрения. Коррекция прошла быстро. 15 минут ввели операцию. Врачи были добрые. Контролирую каждый там, момент процесса. После операции закапали, ну, замазали, грубо говоря, и восстановительный процесс. У меня позавчера свадьба была. Хорошность. Какие ощущения? Прекрасные, все хорошо. Думаешь, как-то себя по-другому теперь ощущаете, в другом статусе, например, как-то это прям чувствуется? Или вообще ничего не поменялось? Чуть-чуть поменялось. В процессе уже осознаешь. Мы купили дом. Хорошая новость. Да. Будете строить или уже... Прям вот строится уже. У меня хорошая новость. Сегодня у меня получилось встретиться с подругой. Угу. Она мне сделала маникюр новый. Угу. И мы идем сейчас пить кофе.